Привет, друзья! Мы начинаем! Ковры могут стать настоящим магнитом для шерсти и волос, особенно если у вас есть пушистые домашние питомцы или длинноволосые члены семьи. Вы спросите, как почистить ковер от волос? Быстро и эффективно справиться с такой задачей под силу не только работникам химчистки. Очистить и освежить ковер сможет любая хозяйка. Достаточно прислушаться к советам опытных хозяек. Мы расскажем вам, как убрать грязь с вашего ковра и подарить ему новую жизнь. Выручит вас ролик или скотч-лента. Просто пройдитесь по поверхности ковра роликом для сбора шерсти или используйте обычный скотч-ленту и приклейте к ее поверхности и отклеивайте, собирая шерсть. А что думаете вы по этому поводу? Пишите свой комментарий. Можно еще воспользоваться пылесосом с насадкой для шерсти. Для этого используйте пылесос со спецнасадкой, предназначенной для удаления шерсти с ковра. Она помогает собрать даже короткие волоски. Не знаете, как быстро почистить ковер пылесосом? Используйте в качестве вспомогательного средства пищевую соду. Посыпьте соду равномерно по ковру и оставьте на 15-20 минут. Затем взбейте ковер и пылесосьте, чтобы удалить соду и собрать оставшиеся волосы. Специальные средства для сухой чистки. На рынке есть средства для сухой чистки ковров, которые помогут освежить ковер без влажной мойки. Еще один совет это резиновая перчатка. Следует сделать так. Наденьте резиновую перчатку и проведите рукой по поверхности ковра. Как будто делаете поглаживающее движение. Шерсть будет скапливаться на перчатке. Чтобы убрать волосы с ковра используйте сухую швабру или метлу для выметания волос с ковра. Двигайтесь в одном направлении, собирая волосы в грудку, а затем уберите их в мусорный пакет. Также в магазинах можно найти валики и щетки с липкой поверхностью, предназначенные специально для сбора волос с ковров. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.